Друзья, всем привет! Подходит к концу наш проект с 2-килограммовой цепочкой. В принципе, вот она, такая вот красавица у нас получается. Замок готов, все припаяно, заклепано. Сейчас идет процесс, мы обрабатываем, ну, доводим ее до совершенства. Дальше мы ее отвезем в пробирную инспекцию, опробируем и, скорее всего, ее зачерним. Да, кстати, в комментариях напишите, пожалуйста, чернить или не чернить, вот ваше мнение. Мы сделали опрос в группе ВКонтакте, можете зайти туда и там поставить свой ответ, да или нет. Вот, и дальше думаем, чем заняться, какой проект начать. И следующий проект наш называется 100-граммовая золотая цепочка за 7000 рублей. И тут я как бы чувствую вот волну людей, которые будут от этого, хейтеров, да, которые напишут, это невозможно, это все разводняк и так далее. А я вам скажу, это возможно. И причем возможно не то, что мне, это возможно каждому из вас, любому человеку, который делает, ну, руками зарабатывает свои деньги. Как этот проект выглядит? Я беру 7000 рублей. Вот 7000 рублей. На эти деньги я приобретаю металл, золото. На 7000 рублей я смогу на данный момент приобрести 5 грамм золота. В принципе, я это нашел. Я завтра поеду и приобрету это золото. Из этих 5 грамм золота я сделаю цепочку плетения бисмарк. Далее мы продаем эту цепочку. Я не знаю, для кого я буду делать. Это просто, это не заказ, точнее. Это просто я изготавливаю цепочку и буду пытаться продать. Я посчитал следующим образом, что ювелир, который работает сам на себя, а вообще ремесленник, да, который там делает своими руками, неважно, там обувь, там какие-то хендмейд штучки. Помимо всего прочего, он еще и психолог, чтобы общаться с клиентом. Он еще и маркетолог, чтобы продавать свою продукцию. И это человек, который объединяет в одном себе очень много специальностей. Хотя бы даже если не на профессиональном уровне, то на любительском так точно это надо уметь делать. Суть этого проекта в следующем. Вы научились изготавливать что-то своими руками. Например, цепочки. У вас есть стартовый капитал 7000 рублей. Вы решили открыть дело свое собственное. Что вы будете делать? Вы приобретаете на 7000 рублей металл и изготавливаете украшения. Первое наше, получается, у нас будет цепочка весом 5 грамм бисмарк. Если есть желающие приобрести эту цепочку, пожалуйста, welcome. Пишите в комментариях, в группе ВКонтакте, мы все контакты наши оставим. И как только эта будет цепочка готова, опробирована и повесится на нее бирка, вы можете ее сразу же приобрести. После продажи цепочки у нас будет какая-то сумма денег. И скорее всего, что нам хватит, мы посчитали, что нам хватит на 9 грамм. Значит, следующую цепочку мы будем делать на 9 грамм. Итак, мы сделали цепочку на 9 грамм. Мы ее опять продаем и приобретаем металл на ту сумму, которая у нас уже появилась. Вот, предположим, 12 грамм. И таким образом мы наращиваем металл и идем к цели. Цель у нас 100 грамм цепочка. Я не знаю, какое это будет плетение, ну, я думаю, что вместе мы все это решим и все это у нас получится. Приблизительно я посчитал, что таким образом нам нужно будет продать где-то 10-11 раз цепочку, и мы придем к цели 100 грамм. Для этого проекта мы хотели бы привлечь людей, которые умеют продавать, которые разбираются в маркетинге, которые помогли бы нам достичь нашей цели. Итак, суть проекта. Мы пройдем путь от 7000 рублей, что равняется в эквиваленте 5 граммам золота, до 200000 рублей, что в эквиваленте равняется 100 граммам золота за 3 месяца. У нас получается проект 3 в одном. Первое – это мастер-классы, мы будем изготавливать цепочки, которые мы будем, естественно, продавать. Второе. Мы научимся маркетингу, делать сайты, Инстаграм настраивать, рекламу и так далее и тому подобное. И третье. Мы научимся продавать. Мы будем продавать наши цепочки конечному покупателю. И это будем все показывать на видео. Вам понравилось?
ставьте лайки, подписывайтесь на канал, расскажите об этом канале своим друзьям. Ну что, поехали!